Всем привет, дорогие подписчики, гости моего канала, на связи снова Дровивка. Мы с вами будем сейчас проходить «Братья по огню». Мы давно уже охотимся, будем сами бояться. У них самих сейчас неприятности с собственным видом. Они вырезали целый батальон ужасов, и теперь они ждут наказания в камере на орбитальной станции. Убей их, пока их не перенаправили в другое место. Если погибнешь в подземелье или арене, есть шанс получить увечья. Что значит? Ну ладно. Let's do this. 10, 16, 20. Так, ну ладно, понеслась. Не знаю, это мы еще не играли. Что тут делать? Будем смотреть, что тут. Луч отключен. Так. А противник все равно 20 уровня. То есть даже если ты 10, а противник у тебя 20 все равно. О, блин, смотрите, что это там. Да что такое? Что вы сразу бывает? А, я знаю, что его убивает. У меня уровень маленький. Так, ну я вообще хотел посмотреть, что тут еще помимо этого. Может, тут сундучок какой-нибудь есть? Не, ни хрена сундучка нету. Ой, смотрите, что тут нифига себе. Ой, ну что здесь можно будет нормально зарабатывать? А, так надо их взрывать, блин. Мало патронов? Что там? Больше ничего нету. Больше ничего нету. Но выглядит все равно классно, конечно. Я что-то уже забыл, как переключать даже. Сейчас надо просто нажимать. Так, ладно. Ящиков нет никаких, понятное дело. Так, что ж, ну открывайте. Еще генератор. Вот это включается. А, вон как он включается. Он туда идти. За каждого противника дают... А, ну, так понятно. Наверное, видимо, если помогаешь, пятерку дают. Если сам убиваешь, то десятку дают. Так это мы сюда и приходили. Что? Да, сюда надо идти. Я же не знаю ничего тоже, тут бегаю первый раз. Не пойму пока, за что дают именно, какую количество дают. Десятку дают, видимо, за
маслой. Да, видимо, если сам убиваешь, то десятку дают. А если тебе помогают, то тогда пятерку, видимо, получаешь. Надо же уничтожать этот предмет. Вот, и мне помогли, и мне помогли, то не только получается. О, давайте что-то надо делать. Ну и что, он меня спасти не может, что ли? Включить генератор. А как его включить, генератор? Очередной прикол. А, вот тут может быть что-то. О, отлично. Один включен. Так, надо еще один найти. Ой, там второй, да, не включили или нет? А вот сюда теперь надо идти. Ну да, точно сюда надо идти. Ящик. Блин, какой ящик. О, запустит нормально. Ну и что тут делать надо? Да, включили. Я, видимо, здесь включить надо. О, все включили. Всякая морозота. Блин, не, ну это хорошо, а где ящик? Там же ящик был, я помню. Блин, вот отстой. Мы сейчас уйдем и, короче, ящик раскроем. Надо куда? Сюда надо отправиться? Блин, ну а что, ящик потеряли? Блин. Ладно, интересно. Надо было ящик сначала взять, нафиг. Где он? А вот он. Ой, тут надо думать, да? А куда его надо отправить-то, я не понял.
Так, оттуда, короче, видимо... А, нет, надо куда? Надо... Что-то я не понял. Ну, мы перенаправили все. И что тут делать? А, теперь туда надо? Опять куда-то улетел. Открыть тюремные камеры. Все откроем. Жалко, ящик просрали. Так. Ой, блин, вот они, не приехали. Здрасте, Настя. Ой, блин, эти шажи, конечно, прикольные. Что, двоих, что ли, долбанули? Ну, вообще, класс. Класс. У-у-у. Выбираем. Вкусняшек. Ой, я смотрю, что сделал. Я и забыл. Ну не, когда на арене где хренище, там, конечно, как-то не так смотрит все это, но... Яс! Успел. Какое я говно. А, черт, я опять забрал все, что было у нас. Черт. А, блин, жесть. Короче говоря, парни, кто играет в эту «Братья по оружию», или как они там называются-то, «Братья по огню», короче говоря, сначала ящик возьмите там, а потом тогда только на мостик переходите, потому что вы на мостик переходите, при этом еще и, ну, короче говоря, ящик просираете. А так, в принципе, 12 минут пройдено было. Правда, никаких наград тут не дают, опять же. То есть, кто успел, тот и съел. И я как говно последний опять поступил, просто все забрал. Так, посмотрим, насколько оно сейчас будет крутое. В плане того, что то оружие. А это что такое у нас? Набор славы увеличивается на что-то там, какой-то процент, видимо. Ладненько, фуф. Ну, такая, в принципе, не тяжелая миссия, да, даже если первый раз играешь, можно разобраться, что делать нужно, но, опять же, надо понимать то, что если вы переходите на мостик, то вы просто теряете ящик, в котором, возможно, был бы какой-нибудь ништячок. Но, опять же, я все сделал сейчас некрасиво, просто все забрал, все, что было, забрал. Ну, в большой семье, как говорится, это не щелкают, поэтому сейчас посмотрим, что нам дали, и на этом видео закончим. И будем как раз следующий тогда играть. Это там у нас что-то там, как оно там называется, там, над горизонтом, да, там, или что-то типа такого. Ну, опять же, можно теперь играть, получается. Ну, я не помню, раньше, наверное, тоже так можно было играть, в плане того, что если ты 20-го, то играешь с меньшими. Но, может, нельзя было, может, можно. Но сейчас с нами играл 10-й, 16-й, я 20-й. Посмотрим, еще ранг будет расти или нет. И надо еще сделать этот, как он, навыки попробовать поизменять. Ладно, что-то долго загружается, хрен с ним. В следующем ролике расскажу, что там появилось. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.